Вести о том, что Игорь Николаев перенес инфаркт, сразили публику, поклонники молятся за здоровье любимого артиста. Главный удар, несомненно, пришелся по семье, у супруги звезды Юлии Проскуряковой не выдержали нервы, и она сорвалась на журналистов. Впрочем, ее поступку нашли и другое неожиданное объяснение. Поговаривают, что семья скрывает истинное состояние разбитого инфарктом Николаева. Именно поэтому жена артиста попыталась пресечь попытки журналистов добыть новую информацию. На самом деле ситуация, по словам знающих людей, серьезная. Семья и близкие скрывают истинное состояние Игоря Николаева. После тяжелой операции на сердце певец находится в реанимации, сообщил инсайдер. Он уточнил, что под наблюдением артист пробудет не одну неделю. Врачи хотят удостовериться, что осложнений удалось избежать. Знакомый с ситуацией источник напомнил, что Николаев изменился до неузнаваемости после того, как прошел курс гормональной терапии на фоне перенесенного ковида. Из-за коварной болезни обострились и многие хронические болезни. Поэтому ситуация со здоровьем артиста вызывает тревогу. Учитывая состояние Николаева, медики запретили пользоваться телефоном и даже разговаривать. А в личных сетях тем временем появляются комментарии якобы от его имени, что выглядит странно. Ситуация очень серьезная. Потому жена музыканта Юля Проскурякова и вышла на связь, призвав прекратить истерику, говорят знающие люди. Напомним, что в СМИ прошла и информация о том, что ранее у Николаева уже был один инфаркт. Эти заявления Проскурякова опровергать не стала.